это 1 января 2022 года. У меня с момента пересечения границы 0 часов 2 часа 14 минут. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но самое главное, что у нас у всех на календаре 2022 год. Я не хочу подводить итоги 2021 году. Он идеальный относительно вашего сознания. Я не хочу говорить о перспективе 2022 года. Он будет также идеальный относительно вашего сознания. Но это год тигра, а я по гороскопу тигр. И мне ли не знать, как будет проживаться этот год? Я думаю, что будет очень много испытаний, очень много провокаций, очень много потребуется преодолений. Но это все ради того, чтобы реализовать благословительность существования к реализации каждого из вас. И в этот канун, не канун уже, а в этот уже год, 1 января 2022 года, можно пожелать каждому из вас любви, благословения и попытки осознания собственной ответственности за эволюцию человечества. Пусть это не воспринимается сейчас как очень громкие слова. Это слова, которые определяют реальность, которая вокруг нас. 2022 год будет год полный испытаний. Год тигра. Будет год реальных перемен. Год тигра. Будет год удивительных возможностей открытия самих себя. И инструментарием в реализации этих возможностей будет, конечно, любовь и вдохновение, радостью быть человеком. С Новым годом, дорогие мои! И я думаю, что в новом году, 2022, мы продолжим исследование этого удивительного пространства, которое называется человеком. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте, и до новых встреч. Их будет много в этом новом, удивительном открытиями году 2022. Поехали!